Бесплатно побывать на кукольном спектакле, не выходя из дома во время карантина, смогут уже этим вечером казахстанские дети и их родители. Постановку можно увидеть на YouTube-канале театра кукол Нурсултана. Как готовятся артисты к выступлению перед многочисленной онлайн-аудиторией, узнавала Вероника Боярова. А вы готовы сегодня посмотреть спектакль? Это история о том, как появилось эхо, и о том, как важно совершать добро. Главная героиня японской легенды – девочка Урико, которая встречает злого духа Аманадзяку. В репертуаре театра кукол около 30 спектаклей. Из них каждую неделю в субботу-воскресенье, в субботу на казахском, в воскресенье на русском, выходят видеоспектакли на нашем YouTube-канале «Театр кукол Нурсултан». Полностью могут детки со своими родителями посмотреть спектакли в полном объеме, поучаствовать. Это пятая постановка, которая выйдет в режиме онлайн. Сейчас программа театра насыщена как никогда. Уже месяц артисты на карантине, но работают каждый день. В соцсетях они онлайн проводят мастер-классы. В прямом эфире можно пообщаться не только с актерами, но и с приглашенными экспертами. У нас недавно было интервью с Бельгией, намечается интервью с Китаем, Малайзией и Италией. И это расширяет кругозор наших детей, и мы очень рады сотрудничеству, и очень рады, что дети могут увидеть куклы из других стран. А мы вам желаем, чтобы вам сопутствовало только доброе эхо. Уже этим вечером дети смогут посмотреть постановку. Кроме того, на канале театра в Ютубе можно посмотреть сказки «Перекати поле», «Маугли» и другие. Вероника Боярова, Серик Конырбаев, Хабар, 24.